Хорошо, что есть дрон. Так, Коля, Коля, под баянчик чуть-чуть. Ну давай, ну Коля, ты можешь. Всем привет. Привет. Мы сегодня в Будапеште и отправляемся дальше. Проедем сегодня в Венгрию и окажемся на границе уже, я не помню с какой страной. Мы уже тут запутались немножко. Вот, это надо посмотреть по карте. Словакия. Со Словакии, да? Переночевали хорошо, тепло, сухо, немножко ветер был. Вот, ну все очень замечательно. Никто нас не тревожил, то есть можно даже в Будапеште недалеко от центра города переночевать в палатке. Пока отель не застроился, вот он. Ну да. Ну все, поехали. Решили ехать сегодня вдоль Дуная, ну чтобы не залазить в горы. Что-то не хочется. Хочется такие красивые места вдоль Дуная проехаться. А вот, ну, посмотрим, там какая-то велодорожка должна быть, по идее. Тот же самый шестой маршрут, который идет вдоль всего Дуная. Вот, и хорошо, что Дунай проходит через те места, где нам нужно. Немножко длиннее получится, потому что Дунай не ровно течет, а он изгибается. Поэтому надо будет изгибаться вместе с ним. Дуна Плаза. Здание такое цветное, разукрашенное разными оттенками синего и голубого. Нам сюда, мы на мост на этот выезжаем. Это вход в метро. Ну да, это вход в метро. Мы на мост выехали. Здесь железнодорожный я вижу и пешеходно-велосипедный через Дунай. Машины здесь не проедут. Все для людей. Ох, сколько тут на Дунае стоит всяких корабликов, лодочек. В ремонте. Вот это полуостров. Вот еще один полуостров. Тут места хорошие. Можно было бы тут остановиться. Нам вчера дождь помешал. Из-за дождя пришлось экстренно где-то место искать. Первопопавшееся. С этого берега есть места для стоянки. Он даже остановился здесь. Автобусик. И велосипеды сзади упакованы. Выехали мы на шестой веломаршрут. Вот это вот он идет вдоль Дуная. Рядом-рядом с рекой. В Харькове Кернес построил велодорожку 7,5 километра. А здесь на несколько тысяч километров построена велодорожка. Но она разная бывает по качеству. Бывает отлично, бывает похуже, уже старая. Корнями немножко ее покорежило. Но зато смотрите. Это ж вообще просто. По дороге не надо ехать. Озеро, на котором, ну, так скажем, на водных лыжах по тросу, по кругу трос гоняет вот по этим вот лебедкам. И спортсмены катаются на лыжах и прыгают на трамплинах. Очень красиво. Сейчас просто утро, никого нету. Мы возле Дуная. И опять очень красиво здесь. Правда, велодорожки тут строятся еще. Вот. Но здесь на дороге вот нарисовано, что можно ехать на велосипеде. Даже вот указатели есть такие вот. Я тут проезжал, помню. Какие-то термальные источники. И вот по сцену я вижу. Может быть, это оно и есть.
Тут вообще бассейн с дорожками. Я не знаю. Бассейн для детей, для малышей. Что-то здесь раньше было, чего уже здесь нету. Все раскрыто, окна побиты. На мельницу не похоже, потому что труба есть. Кстати, на карте те бассейны написано Термал Меденсе, Меденке. Ну что-то термальная медицина какая-то, может быть. В горшках деревья. Да, отсюда теще привезти такое дерево. Хребты здесь, Дунай, который огибает вот так вот. Вода не потечет в горы, она обходит их, прокладывает себе наименьшим сопротивлением, где есть пониже. С той стороны тоже горы, но мы их еще пока не видим. Забыл выкинуть мусор, 33 километра пролез. Дом зарос такими растениями. И ворота на въезде. Насколько я помню, Леся, там вверху есть замок. Стою я тут. Четвертый век. Четвертый век написано. Хотя это были они по-новому как-то. Вот там вверху лысь замок есть. И еще выше он, видишь, вот там еще он, где флаг, там еще один есть замок. Да, вон вижу. Хорошо, что есть дрон. Не надо на ту гору карабкаться. Полетели, посмотрели, все сняли, и вы увидите. Ели ежевику. Немного надо съесть. Вот она. Какая. Все, я начинаю есть. Да, вот. Эту гору огибал Дунай. Причал такой, все в красненьком. Да, горы, горные реки опять. Ну, вдоль Дуная можно проехать, не залазя в горы. Олеся молодец. Такая велосипедная тематика. Колеса с покрышек сделаны, листочки. Ну, молодцы, придумали. Сделали из старых колес такую композицию.
Вот это и есть шестой наш маршрут. Так мы и едем по нему. Конечно, мы не всегда придерживаемся его. Выбираем, как нам удобнее. Велотуристы, привет! Вот так вот едут по этому маршруту вдоль Дуная. Привет! Привет! Какое огромное здание. Тут должен быть водопойчик. А вот смотри, тут надо крутить баранку, чтобы вода появилась. А это окошко, наверное, открывается, если оно не закрыто. Ну, заблокировано. Закрыто. И алыча тут есть. Желтенькая вот. Так это кабачок какой-то. И... Нет, это... А зачем вы здесь привязали? Ну, были соты там. Были соты там. Так что это было пчелы. Вот это дверька с колючками. Кстати, вот прокат велосипедов прямо здесь у входа. О, туннель какой. Представь, как вот это все делали. А вот это как выкладывали. Такое туристическое место. Сюда он очень много автобусов привозит, туристов. Мы тоже тут заехали немножко передохнуть. 62 километра уже проехали. Фактически половину пути за сегодня. Леся пошла выбирать магнитик. Тут лифт пошел вверху. Здесь есть какие-то тоже своды здесь. Интересно. Кафешки, рестораны. Рестораны. Сразу что дорогой тёще купили. Вот такой столица паприки. Будапешт. Летел дроном, ну чисто так вертикально, и снял сверху, пока батарейка не села, и он автоматически сам не сел назад. А тут тоже проходит зона какая-то неполетная, поэтому вот в этом месте я только взлетел на несколько метров, и дальше он не взлетает. То есть тут есть какой-то маленький аэродром где-то там, частный какой-то. Какой туристический транспорт здесь ездит.
Да, тут кусок стены вот идет, и там вот кусок крепости. Français? Oui, français. Oh, Ukraine. Ukraine. Ah, super. My name Lesa. Lesa? Lesa? Lionel. My name... Lionel? Lionel. 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 My name... Cola. 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 Lesa, Cola. Nice to meet you. Very nice, nice very nice. Where are you going to? Куда мы? Мы... Комаром. Комаром. Берлин. Берлин? Ah, d'accord. Oh, and... Super. Train. How did you train? I began the 27th of July. 27 дней. From home. Oh. Nevers. Ну, это по Бороде. At the south of Paris. Ага. Voilà. Wow, very nice. А мы были Трансфигераж. Трансфигераж? Yes. В Украине? Украина, Молдова, Румыния, Сербия. Супер. Super, super. Yes. Transfiguration. Bravo. Where? The rain. Холодильник стоит. Не то. Еврофрост. О, ёлки зеленые. Я хочу здесь жить. Он как новый. Он вообще, он никак. Резинки посмотрите. У меня вверху продырявлено. Где? О. Да я тебя прошу. Не отрезано, значит можно его. Значит он рабочий. Лося говорит, грузим и везем с собой. Там мы с собой не потащим холодильник. Но классная штука. Можно так вот бесплатно холодильник получить. Вот спрашивали, как насчет узких дорог. Вот сзади едет машина, она нас не обгоняет. Ждет, пока не будет встречки, пока может, возможен будет обгон. Вот место, где можно уже обгонять. И она пошла на другой полосе. Девчонки. Привет. Давай, давай. Привет. Здесь есть хорошее место, где мы будем обедать и покупаемся. Ну да, тут места такие классные. О, опять устрица, смотри, размером с два кулака. Я уже кушать хочу. Поехали. Вылазь. Хорошо. Обедаем. Мы макароны в палатке приготовили с маслом уже готовы. Кетчуп вчера купили. Вот. Био-томато кетчуп Канья. Угу. Помидоры дорогие, ну, кетчуп дешевле. Ну и вот сосиски. Вот такие вот у нас. Последнюю сейчас доедаю. Уже одну съел. Привет! 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 Это крупный завод. Золтек. Трубы такие огромные. Куклу такую сделали.
Там нету велосипеда. Почему? Потому что здесь проходит веломаршрут. Поэтому здесь ездят все велосипедисты. Город Комаром. А это по-ихнему так написано, видишь? Точно. Давай. А это французы едут, мы их обогнали. Давай, давай. Жена там налегке и отстает. Зато в красном платочке. Она с нами поздоровалась. Добрый день, кажет. Аня. А потом тебе выделю твой кадр, который тебе нужен. Все. Все, будет тебе фотография. Прошуршал. Увидел на карте это сооружение. По форме она как обычная крепость. Такая в виде бабочки. Да, по-моему, разрушенная. Ага. Восстановили вот что смогли. Оно даже видно. Ну, видно, как новое. Ну, будешь да. ходить, как в Молдавии, то похаяуй, в Румынии. Походишь по этим... Дроном красиво можно будет пролететь. Закрыто. Ну что я скажу, это похоже просто готовится очередное такое место туристическое, куда будут возить там для автобусов места, но тут еще нету посещения. Это новое абсолютно. Хотят, чтобы было здесь, наверное, красивое такое новое место для туристов. И это вот Дунай было. Получается, да? Дунай. Вот как вот он идет, да? Да, а это вот эта крепость. Вот здесь была крепость, а там был город или как? Не знаю. Или оно наоборот вот так развернуто? Короче, не знаю, как оно тут было, но было вот так. Это военная крепость охрана, а там город был. Вот. Туристов привез. Так что, получается, там уже что-то работает? Томас-экспресс. Кемпинг прямо находится рядышком. Угу. С замком. Вот, а мы едем вот в этот ресторан. Там работает наша знакомая из Харькова. Вот, и мы ей привезли посылку из Харькова за 2000 километров. Привет! Привет! Только мы же звездные.